Одинцовские депутаты от «Единой России» провели профилактические рейды в одном из гипермаркетов и магазине мелкооптовой торговли в деревне Ликино. Контролеры провели мониторинг цен и наличие продовольственных товаров из основной потребительской корзины. Проверка прошла по 14 основным видам продукции. Отметили, что весь ассортимент в наличии. Ажиотажного спроса и задержки поставок не наблюдается. На социально значимые товары наценка составляет не более 5%.